Всем привет, друзья! Едем на море и, блин, как-то долго идет автобус. Давайте потреним тут. Я взял с собой вот такую штуку, смотрите. Это TRX петли, я думаю, вы знаете такие штуки. Они очень удобные на самом деле, смотрите. Например, запихиваем вот сюда ее. Таким вот образом у нас получилась вот такая штука. Мы можем делать, например, на спину. Мы можем делать на грудачок. Зашибись, тренить, пока автобус едет. Оу, я. Ну что, приехали мы на пляжик, идем тренироваться. Вон там есть турнички, сейчас закрепим наши TRX петли и будет круто. Ребята, эти TRX петли сделаны из очень качественного материала, очень все надежно. Очень хорошо выглядят карабины, то есть они железные, абсолютно выглядят качественно, круто. Также для этих петель есть переходники, чтобы вам длиннее они казались, да, и делались больше. Вы надеваете вот такой длинный переходник и вот этот пристегиваете, например, к брусьям, либо к турнику, и уже делаете упражнения. Самое крутое, ребят, в этих петлях, что здесь имеются вот такие ручки. То есть вы за них можете браться и делать любые упражнения. Это очень классно. Ручки тоже очень надежные, прикольные, не проминаются, очень крепкие. А вот сюда вы засовываете ноги и можно отжиматься, например. Все это мы сейчас вам покажем. Они очень удобные, потому что их можно взять с собой. Запихали в портфель, они не очень тяжелые, может весят килограмма 2-3 от силы. Берете в портфель и занимаетесь где угодно. На даче, на море, где хотите. Если вы хотите заказать такое же тренировочное приспособление, то можете сделать это на сайте Fit Training по ссылочке в описании. Ну что, ребят, предлагаю прокачать все тело. Можно делать такие же отжимания, как от пола, только на вот этих петлях. Также очень удобно прокачивать трицепсы. Естественно, нужно прокачать спину, куда без нее. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you. Также, ребят, как добивание можно использовать, смотрите, на грудь. Мы запихиваем вот сюда ноги. И очень сложно будет отжиматься, потому что ноги у нас будут колебаться. Блин, прикольное ощущение. Прям вся нагрузка чуть-чуть идет на грудь. Сейчас с Даньком сделаем, смотри сюда. Сейчас с Даньком сделаем, кто больше отжиманий сделает. Довольно сложное отжимание. Сейчас попробуешь. Давайте начнем. Пойдет. Тридцатка. Сложнее, чем от пола? Да. Но это гораздо сложнее реально, чем от пола, потому что нагрузка больше идет на руки, чем когда у вас, ну, типа, зафиксированы ноги на полу. Че, ребят, та же самая заруба на спину, попробуем, кто больше сделает. Это как тяга штанги в наклоне. Вот такая вот. Абсолютно похоже. Я сделал 20, сейчас посмотрим, сколько Данек сделает. Жестко. Да, сложно, да?
Да. Нет. Ну, 20. Ну, молодец. Ничья, короче. Ну, можно так сказать. Ребят, теперь прокачаем битку. Можно тоже качать. На спину было сложно, на битку должно быть еще сложнее. Погнали. Блин, жжет банки уже. Я не считаю на самом деле. Ах, чего, блин, мне так банки жжет, блин. Ты не спиной идти, не обидками. Округли спину наоборот. Во, во. Вот теперь битки работают. Короче, ребят, чтобы у вас работали именно битки, вам нужно округлить спину, тогда будет работать бицепс. А он сначала, вы видели, начал тянуть спиной. В этом ошибка. Да. Ребят, также можно просто не с одними петлями делать, а также можно делать суперсеты. Например, подтягивание на турнике на бицепс. Округляем также спину. Подтягиваемся. Подтянулись, потом на спину широким хватом. Тут наоборот, выгибаем спину, подтягиваемся. Потом переходим сразу же. Делаем на бицепс, то есть округляем спину и тянем банками. Руки уходят вперед, не назад, а вперед. И потом, после этого, как мы сделали, сразу же на спину. Отлично забивают, просто капец. Следующий сет. У нас будут отжимания от пола. Далее, отжимания с возвышенностью. Далее переходим на вот этот вот тренажер. И, собственно, двигаем нашу грудь. Ну вот такая вот, друзья, тренировка. Хоть мы и приехали вечером, уже 8 часов вечера, а тут дофига детей, мы не ожидали. Поэтому сорян за такой звук, что там орут, бегают. А теперь можно пойти искупаться. Полетели. Друзья, я уже говорил, что эти петли можно использовать в любых условиях. Мы можем использовать их также и дома. У меня нет дома дверей, только единственная входная дверь, поэтому смотрите, вот эта штука поможет нам использовать дома эту петлю. Мы берем просто, открываем дверь, запихиваем вот эту штуку вот сюда, вот запихнули, и все. Смотрите, прикол, можно контролировать уровень по высоте. Мы можем поднять еще выше, вот сюда. И тогда будет еще удобней. Ну что, и начинаем качать спину. Берем в упор и погнали. То же самое можно делать с бицепсами. Тоже в упор и погнали. Руки немножко выставляем вперед, тело сгорбливаем, и тогда будет качаться именно бицепс. Можно делать, в принципе, все упражнения, те, которые мы делали на пляже. Жизнь прекрасна, друзья, когда можно тренироваться и сразу же пойти искупаться. Просто кайфец. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Увидимся в следующем выпуске. Пока!